Глава Сургута госпитализирован в одну из городских больниц. Эту информацию журналистам нашего телеканала подтвердили в мэрии. Подробности при этом не сообщаются. В пресс-центре администрации рассказали, что Вадим Шувалов по состоянию здоровья не сможет присутствовать на объектах во время начинающегося в четверг визита губернатора Югры. В то же время городоначальник контролирует и координирует работу администрации дистанционно, находится на постоянной связи с главой региона и членами окружного правительства. Представляет городскую власть во время поездки Натальи Комаровой будет заместитель главы Шувалова Алексей Жердев и руководители профильных подразделений.